Доброе время, с вами Эльдар Зинуров. Я хочу поделиться с вами великой радостью. Я только что встретился со своим клиентом Коучингом. Она сейчас делает эту камеру, спасибо ей большое. И после того задания, которое я ей дал, у нее лицо буквально вот светится. И я очень рад, что такие быстрые результаты я могу видеть. О чем я хочу сказать? Почему у людей, которые счастливы, у которых все хорошо, лицо светится? Дело в том, что это на самом деле так. Вот выражение «просветлел лицом» или «его лицо просветлело» или «посветлело ликом» – это на самом деле правда. То есть это не просто фигуральное выражение. Это действительно можно видеть глазами. Но вы же знаете, я человек приземленный, мне надо все, что можно увидеть, услышать, потрогать. Суть заключается в том, что те мимические морщины, которыми мы управляем своими эмоциями, они сознательно нами не контролируются. И на микроуровне они тем более не контролируются. Когда человек напряжен, зажат в стрессе, у него копятся в теле зажимы. И на лице в том числе. Когда же у человека все хорошо, когда человек от стресса избавляется, когда человек чувствует себя комфортно, он расслаблен. Кстати, такая фишка есть. Расслабь лицо, и все тело тоже расслабится. И ты будешь чувствовать себя лучше. А в состоянии текучей подвижности. Так вот, когда человеку хорошо, и когда у него нету чего-то, что гнетет и беспокоит, когда ему становится хорошо на душе, мимические морщины, микромышцы на лице, они расслабляются, кожа разглаживается, а более гладкая кожа просто тупо начинает отражать больше света, и поэтому лицо визуально видится более светлым. Ну, вот такой вот интересный и, надеюсь, полезный факт, которому вы найдете применение. Эльдар Зинуров, успехов вам, пусть ваши лики всегда будут светлые и счастливы. Пока-пока!